Ребята, всем огромный привет! Сегодня вместе с кумом. Всем привет! Выехали на рыбалку половить на наших рыболовных байдарках. Вот так они у нас выглядят. Мы их сейчас, значит, зарядили, все собрали. Фух, взяли с собой водички, удочки взяли, спиннинги. То есть сейчас будем пробовать ловить. Вот так это все выглядит, друзья мои. Седуху я положил на дно, поэтому будет все супер устойчиво. И сейчас попробуем. Для нас это будет первый выезд на байдарках, поэтому рассчитываем, ну, хоть на какой-то клев, правильно, попробовать, как оно вообще будет ловиться, да. Видели, у нас даже самодельные якоря по-быстрому слепили, потому что вот еще не готовы на 100% из кирпичей. И попробуем половить. Выехали мы на водохранилище. Видите, здесь волна небольшая, потому что ветер отсюда дует. А так вообще волна просто огромная. И поплывем мы вдоль дамбы туда, пробовать долбить какую-то рыбку. Ребят, значит, по-быстрому приготовил байдарочку. Смотрите, что здесь у меня. Кулек. Нету пока хермомешка. В кульке у меня приманки, там телефон. Пока все такое. Вот у меня водонепроницаем, не боюсь. Так, весло с той стороны, якорь с кирпича. Три спиннинга и якорь. Я, наверное, пока вот сюда поставлю, сюда вот. Сзади положу. Да. Якорь назад. Все буду модернизировать, делать, пока не было времени. Сделаю якорь, сделаю все, в общем, остальное. Я буду ловить на 2 грамма и на 4 грамма силикон. А куму сделал, значит, отводной поводок. Отводной поводок он будет ловить на такой вот отводной поводочек. Не знаю, попробуем, как будет. Бросай. Отлично. Готово. Ребятки, вот я, значит, приплыл. Смотрите, какая тут красотень. Сколько скворцов, да? Деревья завалены, такой обрыв. И там их полное гнезда. Я думаю, вам все видно сейчас. Смотрите, сколько их там. Да, это просто жесть. Вон их сколько там. Все в скворцах, в этих птицах. Красота. Какие у них там гнезда, да? Кладочка вот очень интересная, да? Воду на нее заходить по воде. И можно ловить на ней, кстати, рыбку. Там водоросли дальше. Но мы здесь не будем останавливаться. Но, кстати, кум плывет впереди. Опа! Мы поплывем туда дальше налево. Вот тоже хорошая кладочка. Видите, как? И деревья к ней как раз завалили. Вот эти деревья, какие висели, тополя, их завалили. Чтобы дойти до этой кладки, получается, можно было. Вот. Тут такая трава. Много травы. И в этой траве... Ну, какая-то белая рыба по-любому плавает, мелкая, вот там, где трава. Но вот кладка уже интересная такая. Ребята, вот осенью я ходил со спиннингом вот здесь вдоль берега понизу. Сейчас вода разлилась в этом году. Видите, как много воды, не подойти. Ну что же, здесь вот мужики ловят на бортовые удочки, я так вижу. Где бутылки, вот эта зона бутылки, да, там белая рыба. Значит, мы тут попробуем где-то первый раз сбросить якорок и попробовать... Половить против ветра грибу. Даю тебе спиннинг. Оба, она готова. Да, все. Будем бросать на глубину, потому что возле берега сильно много травы, мы не прокинем ничего. Первый заброс, елки-палки. Сейчас посмотрим. Есть, есть. Есть, есть, есть. Оба. Первый окунь. Первый байдарочный окунь. Прям под лодкой взял. Прям под лодкой взял. Вот. Прям съел почти. Оба она. Окушочек. О! Оба. Была поклевуха. Я прям на окуне стою. Он прям клюет и клюет. Еще один. Я прям на нем стою, Витек. Ты представляешь? Прям на нем стою, прям на рыбе. Бросаю просто под байдарку вниз. Я не бросаю ни влево, ни вправо. Ух ты, блин, спал. Вообще класс. Ребята, у Витька первая рыба. Акушара. Слушай, а у тебя нормально. Сейчас я тебе... С первого заброса. Знаешь, есть такое, вот он рыбак у меня, ребят, начинающий. Есть такое, Витек, поверье, что с первого заброса, если ты сразу поймал, то потом у тебя будет голяк, понял? Вот есть такое поверье, но я в него не верю, не знаю, напишите в комментариях, верите ли вы в это, если с первого раза поймал, то тогда будет пауза. В общем, ну, продолжаем рыбалку тогда, начало супер. О, ребят, видите, отводной поводок против моего обычного, как чебурашки, опять сошел? Да есть, да, да, есть, сходит. То есть вот у него уже две поклевочки, у меня пока
Есть тоже окушки, но все-таки отводной пока в преимуществе. У тебя тоже, да? У меня небольшой. У тебя тоже окунек? У меня вообще мелкий. Вообще крошечный. В общем, мы, друзья, приняли решение отплыть, не знаю, метров 100 еще. Потому что, что мы, первая стоянка, сразу окунь, да? И сразу рыба. Давай дальше куда-то тарабаним туда, вон, вдоль берега. И там попробуем еще, возле камышиков где-то. Тоже интересные места есть. Ребят, не могу поймать, потому что мелкий. Но смотрите, как клюет. Вот я, значит, касаюсь дна. Касаюсь дна. Касаюсь, как на мормыху, в общем, опускаю. И такими вот, сейчас еще чуть-чуть до дна. И такими вот движениями, значит, вот оп. Оп. Плавно отвожу такими движениями. Еще чуть-чуть до дна. Вот так вот. И он, короче, хватает, представляете, вот. Вот, короче, ребят, у Витька, что, заглотнул окунь отводной, да? Заглотнул. Да давай мне палкой, подавай. Сейчас бортанемся с тобой. У него нету, в общем, там чебурашки. Просто давай. Ух ты, ничего себе, ну тебя прям, слышишь? Вот это была подача силикона, да? Просто отлично. Видите, как глубоко заглотнула кушака, когда на отводной ловите? Просто жесть. Хочу сейчас попробовать 4 грамма в таком свете. И, ребята, 2,8 дюйма на лайтик. Может, побольше что-то клюнет. А то мелкий все-таки окунь. Опа! Отлично. Че, погнали? Ух! Только кинул на такой большой силикон и сразу поклевка. Сейчас посмотрим, какой там окунь. Рыбина-то большая, силиконовая. Ух! О, ну побольше окушака. Этот уже нормалек, Витёк. Да? Смотри. Повеселее уже окунь на большой силикон. Слушай, сейчас если что, тоже поменяем. Это нормальный ход уже. Рыбка пойдет такая на тараночку. О! Оба! Еще окушок. На больший силикон, больше окунь. Ну, в принципе, логично. Обача. Второй пошел. Вот когда доходишь до бровки и на большой силикон, оба, поклевка, ух ты. Мелкий окунь тоже тут поклевывает, но на бровке, конечно, тут поклевки намного чаще, ребят, чем там. Завис? Идет окунь, да? Анукс, о, отлично, вообще шикардос. Очередной окунь у кума на отводной. Отводной сегодня рулит. О, нормальный. Такого на тараночку можно уже, да. Ребят, решили, в общем, мы переплыть, потому что, ну, как сказать, тут тоже подловили, хочется точку поменять, знаете. Крупный окушок перестал клевать. Поплывем дальше. Против ветра туда аж. Ух, вброд на байдарке. Красотень! Ух! Ух, какая поклевка была там мощная! Прям как прижал. Я прям офигел, ребят. Небольшой окунь. А так бомбанул-то, а? Жах! О, красота какая! Ух, ух, еще один окунь. Как же взял-то нормально. Загибает-то. Угу. Тоже на дальнем-дальнем выбросе. Хорошо клюнул окушок. Ну, такой, ребят, стандартный. Ни больше, ни меньше. Видите, как кабанов пока нету. О, таранчатый окунь. Ух. Да я прям на стаю попал. Бросай туда чуть левее, как я вот так. Под углом на те бутылки. Там прям шикарный окунь. Оба. Один в один прям. Оба, прям под самой байдарочкой. Прям под самой байдарочкой. Ребят, прикол. Кум, короче, приплыл ко мне, говорит, дай мне насадку. Я закинул спиннинг и сижу, жду.
беру его, начинаю тянуть, а там сидит акушака. Представляете? Вот это приколы. То есть на лежачую просто приманку, как на червя, пришел и клюнул. Да ты шо, мелкий, правда, ну все равно, давайте толкну. Оба. Вот так мы рыбачим сегодня. Ребят, начинается реальная буря, мы слышим, как дует ветер, и смотрите, какие волны. Это уже прям каякин. Смотри, да ты шо? Да это уже прям уже не смешно, слушай, сейчас как нахлюпает, а у нас тут вещи, смотри, какие волны. Ё-моё! Ёлки-палки, блин. Так с непривычки, ух ты, на байдарочке-то. Через них еще, если не умеешь. Да. Ё-моё. Вау. Вау. Да, какая волна, ребята. Вон лес, какая красотища просто. Это жесть. Я вам не передам. Да, и был бы я налегке, без всяких снастей, можно было бы еще в большую погоду так чисто поплавать. Насколько оно прикольно, я вам не передам. Вау. Ого-го-го. Да ее почти заворачивает прям. Ох ты, елки. Это уже так не смешно, да? Вау. И ветер пошел дуть. Надо убегать. Ребятки, вот по самый вечер клюнул такой мелкий судачок. Его тут очень мало на этом водохранилище. Но, представляете, вот такой мелкий красавчик клюнул. Плыви. Вырастай. Может, когда-то мне удастся поймать тебя гораздо больше. Ребятки, и вот уже вечером... До самого-самого поздна, можно так сказать, мы на байдарочках отрыбачили по окуням.